Алло. Ярослав Петрович? Да, да, Геннадий Евгеньевич, слушаю вас. Добрый день. Вы сейчас можете говорить? Да, в маршрутке еду, слушаю вас. Я в прошлый раз забыл, значит, надо сказать одну вещь. Мы когда с Александром были там и наблюдали работу приводного двигателя коллекторного, да. Мы там увидели большое искривление. Я тебе вспомнил, что оно подавляется конденсатором 1 микрофарад 400 вольт. Так. Алло, вот это надо подсказать Саше и Володе, что это искривление убирается. Подключением конденсатора цепь щеток туда, к коллектору. Да-да. Параллельно, да. Вот одна, две микрофарады там и 300-400 вольт. Это все убирается. Ага, то есть это надо просто убрать из цепи, да? Да, искривление, значит, надо все убрать, искривление, подпаять туда конденсатор. Один на одну микрофараду или две микрофарады. 300-400 вольт. А, наоборот, припаять, чтобы не было искривления. Да-да-да, чтобы оно отбирает. Ну, как бы все ставится, они все-таки такие. Конденсаторы, там, где нужно убрать искривление. Ага, хорошо. Вот пока все. Когда появлюсь, представлю новую схему, мы ее испытаем. Да, добро, ожидаем вас, хорошо. Экспериментируем над другими вещами, вас ожидаем. Хорошо, добро. Хорошо, ну всего доброго тогда. Спасибо большое, все есть. До свидания. До свидания. Всем